Сейчас вы услышите разговор с больной 46 лет со средним образованием, обнаруживающей признаки псевдодеменции. Какое сегодня число? Не знаю. Какой месяц? Не знаю. Какой год? 61. Какой скоро будет большой праздник? А я не знаю, никогда. А что такое 1 мая? Праздник. Какой? 1 мая. Сколько дней осталось до праздника 1 мая? Я не знаю. Сколько вам лет? 40 с чем-то. А примерно 40 с чем-то? 16-го года. Сейчас 1962 год. Сколько же вам лет? Не знаю. Ну, сколько же вам лет? Сколько мне сейчас сказать? Карандаш, можно ли так я выщипать? Сколько лет вашему мужу? Не знаю. Он старше меня. Намного? На 7 лет. Ну, значит, сколько же ему лет? Не знаю. В каком году он родился? Не могу сейчас сказать. Сколько лет вы замужем? Много. Посчитайте, сколько? Ой, не знаю. В каком году вы вышли замуж? Там много. Почему вас положили в больницу? Не знаю. Но я не знаю, что мне лечить. Я чувствую себя хорошо. В какой же больнице вы лежите? В больнице. Сколько у вас пальцев на руке? 5. А на двух руках? 5. 5 и еще прибавить 5. Сколько будет? Я же сказала 5. Получится 5. Прибавить еще? Вы прибавите еще. Ну, подумайте. А вы не считаете по пальцам, вы попробуйте без пальцев. 5. А еще прибавить 5. Да. Посчитайте подряд. 6. Дальше. 7. Дальше. 9. Дальше. 7 и 9. А сколько будет пальцев на ногах? Это вы не смотрите, вы умница, считаете. 5. А на двух ногах сколько? 5, я сказала. У всех ли людей одинаковое число пальцев на руках? Я не знаю. Ну, сколько же? Меньше, больше. На сколько? На. Сколько же пальцев у таких людей? 6. Сколько рук у человека? А вы не считаете, вы так скажите. Сколько рук у человека? Нет. У всех ли людей одинаковые число рук? Нет, не знаю. А не бывает большее число рук? Больше не бывает. А сколько всего конечностей у человека, если посчитать руки и ноги вместе? 5. Сколько будет, если от 12 отнять 8? Я не знаю. Ну-ка, почитайте. Нет пальцев. Ну как нет? Вот же у вас пальцы. 12. Нет. Сосчитайте. 3 плюс 5. Не можете сосчитать? Да. 6. А если прибавить к 3 4, сколько будет? Сколько? 3 4. Попробуйте посчитать без пальцев. 4. Отнимите от 8 2. 4. Отнимите от 12 4. 7. А от 15 отнимите 5.
пословица? Я пословицу не знаю. А что это за пословица? Тише едешь, дальше будешь. Как ее понять? А я не знаю, почему тихо ехать, а дальше будет. Я не знаю. А как понять, не в свои сани не садиться? Я не садилась. Как объяснить пословицу «не плюй в колодец, пригодится воды напиться»? А я не знаю. Ну как же? Подумайте. Я не плевала ни разу, у меня колодец нет. Какие пьесы вы смотрели в театре? Много вещей. А что веселого вы видели в театре? Холстинарные песни.